двигаемся туда, куда возможно. Допустим, ну, наверх даже можно. Девчонки в Инстаграм увидели у нашей прихожаночки какую-то новость, да, тоже про деток что-то. Мы с Людмилой давно общаемся и по церкви, но как бы церковь нас тоже сплотила и соединила. Я ей просто знаю, что она ходит в этот храм, прислуживает, и поэтому я ей задала вопрос, есть ли какая помощь, возможно, что у нас от организации есть вот такой сбор. А, от организации именно, да? А какой? GXO Logistic, мы работаем при Даноне, а мы занимаемся логистикой. Угу. Вот. И мы в организации как бы со всех сотрудников повесили такую благотворительную сеть. Слушайте, здорово. Здорово. Яна. Отлично, не запутаемся. Друзья, вот, своих героев нужно знать в лицо. А вас как зовут? Влад? И Влад тоже. Так что, Анна, вещи ждут, работа ждет тебя. Приходи к нам скорее разбирать эти вещи.